Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать на онлайн-мероприятии информационного агентства России ТАСС. Мы находимся на площадке в Екатеринбурге, и наша пресс-конференция сегодня посвящена проведению музыкального фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге. Я с большим удовольствием хочу представить сегодня наших спикеров. Со мной сегодня рядом на площадке в ТАСС первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Владимировна Прыткова. Юлия Владимировна, рада, что вы сегодня с нами. Начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Николаевич Марков. Илья Николаевич, добрый день. Также с нами сегодня первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Талгатович Хасанов. Рады вас видеть у нас. И управляющий партнер, генеральный директор «Жизнь Март» Евгения Александровна Громотеева. Рады вас приветствовать у нас. Напоминаю, коллеги, что вы можете задать свои вопросы спикерам по теме пресс-конференции в комментариях к трансляции. Напомню, что марафон, музыкальный классический марафон, пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 июля, не только в Екатеринбурге, мы об этом сейчас как раз подробнее поговорим. Также напоминаю, коллеги, что во время нашей пресс-конференции организаторы создадут коктейль «Безумный день», наверное, это будет чуть ближе к концу, поэтому оставайтесь с нами до самого конца, чтобы узнать этот рецепт. Я предлагаю встречу нашу начинать. Юлия Владимировна, первое слово, пожалуйста, вам. Добрый день, уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. Конечно, все и любители музыки, и представители СМИ знают, что 1 июля стартует уже 7-й по счету фестиваль «Безумные дни». И уверена, что не только знают, но уже и запаслись билетами, потому что на очень многие концерты билетов уже нет. Поэтому успевайте, на те, что еще остались, они ждут вас. Фестиваль, безусловно, знаковое событие не только для в масштабах Свердловской области, но и всей России. Такой формат для любителей классической музыки, да, он, конечно, уникальный, вовлекающий людей всех возрастов, поколений, социального, профессионального статуса. Именно поэтому он проходит при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева, федерального и регионального министерств культуры, администрации города Екатеринбурга. Очень демократичная, да, цена билета, так в другие не безумные дни такой стоимости билетов не бывает, 200 рублей, я напомню, поэтому все имеют возможность, конечно, посетить мероприятие фестиваля. Его такой подвижный демократичный формат позволяет вовлекать вот в эту вот ауру классической музыки очень большое число людей, и каждый год об этом говорю и все равно не устану говорить о том, что это, конечно, очень важная составляющая часть идеологии, да, того большого проекта, который реализует Свердловская государственная академическая филармония. Это проект «Открытая филармония», который ставит своей целью не просто проведение какого-то одного мероприятия, а создание новой культурной среды, нового городского пространства. Уже тоже, можно сказать, традиционно фестиваль выйдет за пределы Екатеринбурга. 3 июля четыре концерта пройдет в Первоуральске, где он также очень полюбился слушателям, поэтому они тоже всегда с радостью присоединяются. В этом году впервые билеты на фестиваль можно купить по программе «Пушкинская карта». И это тоже очень важно, и хотелось бы поблагодарить оператора проекта, платформу «Прокультура.рф», которая сумела настроить для молодых слушателей, молодых пользователей «Пушкинской карты» афишу таким образом, что молодому человеку достаточно один раз, да, зайти, найти события в афише «Пушкинской карты» и потом увидеть вот все многообразие, все 100 концертов, которые предлагаются ему, его вниманию. Вообще Свердловская академическая филармония очень успешно существует в проекте «Пушкинская карта». Ежемесячно не менее 10% билетов продается в рамках этого проекта, а значит, он достигает, да, своей главной цели, приводит людей такой
такой активной возрастной категории, которая иногда не очень хватает времени именно на культурные события, приводит в учреждение культуры в целом и в филармонию в частности. Безусловно, фестиваль уже тоже стал важной составляющей культурной программы Иннопрома. Да? Мы помним, что 4-го стартует, это тоже уже традиционное крупное международное событие, но мы знаем также, что гости прибывают заранее, поэтому у них в этом году есть тоже прекрасная возможность принять участие в фестивале. Да, в этом году после, получается, нескольких лет ковидных ограничений мы, наконец, свободны от этих условностей, да, и фестиваль выходит на ту проектную мощность, к которой он уже готов, а это значит, что он сможет продемонстрировать весь тот потенциал, который он накопил за эти годы, потому что фестиваль набирает и набирает обороты, и мне кажется, что не только в числе слушателей, да, но и в такой дружественности к слушателям очень много сделано в этом году и в плане продвижения, да, и в плане удобства для посетителей. Рустем Талгатович наверняка об этом расскажет подробнее, но вот эти очень удобные, интересные маршруты, да, которые уже были составлены и профессионалами, и известными екатеринбуржцами, наверняка помогли жителям определиться с тем маршрутом, с теми концертами, которые они хотят посетить. Остается только поблагодарить организаторов, да, сказать, что наверняка все получится хорошо, и пригласить еще раз и в целом жителей, и представителей СМИ, не пропустить, это наше прекрасное событие. Спасибо. Большое спасибо. Да, коллеги, напомню, что вопросы по теме пресс-конференции вы можете задавать в комментариях к трансляции, не забывайте, пожалуйста, указывать СМИ, которые представляете. Мы идем дальше. Илья Николаевич, что ждет горожан от «Безумных дней» в Екатеринбурге? Планируете ли вы посетить какую-то площадку? Добрый день, уважаемые коллеги. Довольно сложно мне добавить что-то к тому, что сказала Юлия Владимировна, потому что с точки зрения концепции фестиваля, я думаю, что еще раз Стэн Волгатович много всего расскажет. Мне хочется отметить, какие моменты. Ну, во-первых, участие администрации города заключается в нескольких параметрах. Мы счастливы, и для нас вообще-то большая честь принимать участие в организации такого фестиваля. Фестиваль давно вошел в афишу больших крупных событий летнего фестивального сезона Екатеринбурга. Безусловно, стала аттракцией туристической, и мы, очевидно, ощущаем приток в наш город туристов специально на это событие, а, соответственно, есть определенный экономический эффект, который не так быстро осязаем, но точно совершенно фестиваль, конечно, кормит всю инфраструктуру, которая его окружает, и с точки зрения точек питания, и с точки зрения логистики, там, трансферов и всего остального. Поэтому кажется, что вот заканчившиеся, и надеюсь, не будут они возобновляться, ковидные ограничения в преддверии большого празднования 300-летия нашего города в следующем году, мы вот имеем некоторое время отточить и попробовать, может быть, какие-то новые механизмы, в том числе и продвижение. И я-то убежден, что культурная сфера, в общем-то, наверное, одно из главных должно быть направлений в части продвижения туристических возможностей Екатеринбурга и Свердловской области. Второе, что хочется отметить и, пользуясь случаем, обратить на это всеобщее внимание, это некую системность деятельности Свердловской филармонии. Мы в прошлом году совместно запустили такой большой проект филармонического урока, о котором мы здесь уже рассказывали. И кажется, что вот эти шаги, они, ну, дополняют друг друга. То есть вот проект филармонического урока, который будет развиваться в части разных возрастов, то есть это будут 10 классы, в следующем учебном году это будут и другой возраст. И как и «Безумные дни», с которых-то, в общем-то, все и начиналось несколько лет назад, основная идея, как уже было сказано, это прикосновение к академическому, филармоническому, музыкальному искусству новой аудитории. И в этом, наверное, главное,
простите за бедность речи, фишка и главное вообще изюминка этого фестиваля. Ты можешь за небольшие средства понять, что тебе нравится, и как мы обсуждали с Александром Николаевичем, понять, что филармония, в общем, никто там на тебя косо не смотрит, если ты не отличаешь Шуберта от Шумана, и никто тебе, в общем, плохого слова не скажет, ты можешь спокойно все прийти, потрогать, пощупать, и это нормально. И я еще наблюдаю тенденцию за последние годы, что среди вот этой самой, ну, одной из самых сложных аудиторий, как раз на которую нацелена Пушкинская карта 14-21, посещение подобных учреждений, как филармония, как, например, там наш Екатеринбургский музей изобразительного искусства, какие-то вот академические формы искусства, становится модным. То есть наравне с фестивалями блогеров там, и чего-то еще, вот представляется, что мы, ну, нормально себя ощущаем в этом конкурентном поле, и можно в нем работать. То есть не то, чтобы есть какая-то безвыходность, то есть она нисколько не ощущается. И наблюдая вот тех посетителей, которые бывают на концертах «Безумных дней», видно, правда, вот эту самую думающую, активную молодежь, что особенно приятно. Одним словом, желаем в этом году фестивалю хорошей погоды. Думается, что все, что сейчас проходит, идет за окном, закончится буквально 30 числа в 00 часов. И 1 июля, в день открытия, в 13:00, будет светить солнце ровно до 22:33 числа. Спасибо. Большое спасибо. Да, Рустем Талгатович, давайте подробнее все-таки уже остановимся на программе и нововведениях этого года, пожалуйста. Всем добрый день. В первую очередь слова благодарности Юлии Владимировне и Илье Николаевичу за оценку в целом деятельности филармонии. Конечно, мы работаем вместе, и та поддержка, которая неизменно оказывается фестивалю и со стороны Федерального министерства культуры в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны», поддержка губернатора Свердловской области, поддержка администрации Екатеринбурга позволяют сделать фестиваль масштабным, значимым событием, потому что Екатеринбург – единственный город в России, кто смог идею вот этого международного фестиваля воплотить в жизнь на своей территории. И действительно, несмотря на насыщенный звездный сезон Свердловской филармонии в целом, мы ждем этого фестиваля, даже мы, кто работает в филармонии, как особого события, как особого большого праздника. Действительно, всего 3 дня, 100 концертов. 8 площадок концертных шаговой доступности, расположенных в центре города. Шаговая доступность – это отдельный акцент, потому что переход между площадками составляет от 2 до максимум 15 минут. 100 концертов в режиме нон-стоп практически с 10 утра до 22:30. В пятницу мы начинаем с обеда, с 13 часов. Но в этом году, конечно, есть новшество, потому что фестиваль развивается, но в первую очередь, опираясь на нынешнюю международную обстановку, сразу скажу, что в этом году мы полностью строили программу на российских исполнителях, на российских музыкантах, ансамблях, коллективов. У нас представлены и Москва, и Санкт-Петербург, и Уфа, и Новосибирск, и, естественно, наши творческие силы Екатеринбурга, лучшие, которые всегда принимают участие. У фестиваля каждого года есть тема, тема фестиваля 2022 года «Первые романтики». Мы подумали, что в нынешней непростой ситуации, вы знаете, чтобы так смягчить эмоциональный фон и больше в людях развить какие-то позитивные эмоции, значит, мы выбрали тему романтизма, такую более понятную, музыка, которая может быть на слуху. И первые романтики – это поколение композиторов 1810-х годов. Это Фредерик Шопен, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман и Ференц Лист. Их фигуры будут встречать публику в саду Вайнера, потому что помимо 2 залов Свердловской филармонии, 2 залов Театра юного зрителя, Городского дома музыки, Камерного литературного театра и зала Маклецкого, традиционных площадок фестиваля, появляется еще одна площадка, открытая, уличная, это сайт Вайнера. Исторически намоленное музыкальное место и дореволюционного Екатеринбурга, и советского Свердловска, и практически с первых дней выхода из пандемии, с 2020 года, в летнее время, филармония старается
старается на этом месте, где когда-то, мы очень надеемся, будет воздвигнут новый концертный зал Свердловской филармонии, чтобы музыка продолжала звучать сейчас, чтобы горожане и гости нашего города знали это место, именно место, где звучит музыка разных жанров, где рады встрече с публикой и встрече с высоким искусством. Сад Вайнера – это самая большая площадка фестиваля, 1600 мест. На сегодняшний день все билеты в Сад Вайнера проданы, там вечерние концерты. Учитывая маршрутное планирование фестиваля, мы предложили публике как бы посетить несколько концертов днем, а вечером приходить на главный концерт фестивального дня в Сад Вайнера, как бы объединяясь и чувствуя единство, вот так сказать, приобщение к этой касте, к публике «Безумных дней». Что такое маршруты? Чтобы ориентироваться в нашей афише, а посмотрите, если на нее взглянуть, это огромное полотно из 100 концертов. Вот она пятница, вот суббота, вот воскресенье. И видите, концерты расположены лесенкой по разным залам. И очень удобно ориентироваться. Во-первых, пиктограмма показывает концерты для всей семьи. Здесь можно выстроить свой маршрут, посмотреть, что утром, что днем, что вечером, познакомиться с исполнителями, кто участвует в концертах, и выстроить маршруты. Мы действительно обратились к знаковым людям нашего города. Среди них, например, лидер группы «Чай» Владимир Шахрин, или ректор Уральского федерального университета Виктор Анатольевич Кокшаров, или известный бизнесмен Андрей Борисович Бриль, или, скажем, генеральный директор микрохирургии глаза Олег Владимирович Шиловских, наши олимпийские чемпионы, деятели науки, культуры, Павел Владимирович Креков, заместитель губернатора Свердловской области, который первым вместе с министром культуры Светланой Николаевной Чайкиной пришел в филармонию, купил билеты и предложил свои маршруты. То есть на сайте Свердловской филармонии есть маршруты и рекомендации, что обязательно надо посетить слушателям для того, чтобы составить впечатление о фестивале. Ведь слушатель на нашем фестивале особый. Это не меломаны, которые ходят на события сезона и могут действительно не только Шопена от Шуберта отличить, но и, скажем, пятую симфонию Бетховена от шестой симфонии. В первую очередь идеология этого фестиваля – сделать классическую музыку максимально доступной, максимально широкому количеству людей. Мы вот этими программами, этим обилием жанров как бы говорим публике, классика – это не страшно, это не элитарно, это не недоступно, это не непонятно, это недорого, это очень демократично. Да, ты сегодня не готов прийти на концерт и не готов сразу на симфонию, поэтому традиционно в фестивале, помимо классической камерной музыки, симфонической, мы включили три ночных таких органных вечера, которые были проданы в первые дни. Мы включили традиционное этно, башкирский ансамбль Курайсы с шоу «Сотворение мира», такое этно-шоу. Мы включили программу с музыкой эпохи Возрождения, ансамбль старинной музыки из Новосибирска, «Инсула Магика», «Волшебный остров». Будут представлены инструменты той эпохи. Ну, например, готическая арфа, клавицимбал, трумшайт. Одни названия уже, так сказать, возбуждают интерес. Или башкирский ансамбль, там курай, горловое пение узляву, думбыра. То есть здесь еще и просветительский, познавательный момент, потому что люди, приходя даже вот с детьми, и мы музыкантов попросили, особенно на этих концертах, немножко рассказывать об инструментах, о стилях, буквально такие небольшие комментарии. Потому что ведь принципы доступности – это не только доступная цена билета, которая, кстати говоря, с 2015 года не меняется. 200 рублей на все, кроме концерта закрытия, где гала-концерт звезд. Это еще и 45-50-минутные программы без антракта, чтобы человек не устал, чтобы не успел потерять вот этот аромат, может быть, первой встречи с музыкой. Там нет лекций, там нет искусствоведов. Программка, пожалуйста, по QR-коду, вы прочитаете, кто играет, что играет, прочитаете информацию о композиторе. То, что не успеете, вы дома получите, вы сможете еще узнать, зайти и для себя сделать выводы. Что нового еще? Новое – это мы мечтали с первого фестиваля об создании информационного центра. И вот как раз выход на уличную площадку позволил нам такой информационный центр создать. Это одновременно и входная группа в Сад Вайнера. Это такое пространство, в котором, во-первых, можно будет купить билеты на оставшиеся концерты фестиваля. На сегодняшний день продажи составляют 88%. И практически в продаже осталось около 4000 билетов. Это буквально по нескольку мест на каждые концерты. На сайте еще можно и в кассах филармонии купить. То есть
Будут дежурить волонтеры, которые расскажут о концертах, еще порекомендуют, куда успеть сходить. Будет много активностей в информационном центре. Например, музыкальные интерактивные воркшопы для детей и взрослых. Это как раз из проекта «Открытая филармония». Мы переносим их на открытый воздух, где родители с детьми могут прийти и познакомиться с инструментами симфонического оркестра. Тромбон, туба, ударные инструменты, скрипка. Это вот то, что Илья Николаевич сказал, пощупать и потрогать. Можно будет потрогать инструменты, задать вопросы музыканты, сделать селфи, разместить потом в соцсетях, увидеть себя среди участников. Затем с муниципальным объединением библиотек мы придумали лекционную часть программы, где будут лекции о музыке, будет офлайн-встреча с ведущими подкаста «Шепоты и книги» Русланом Хисамудиновым, Ириной Елисейкиной. Будут музыкальные квиз-турниры, когда мы будем ставить треки, а наша публика должна угадать, откуда что звучит, и получить призы от Свердловской филармонии. Будут поэтические турниры, будем слушать поэзию романтиков, будут и мастер-классы по живописи, такой романтический летний пленэр, почему мы еще ждем погоду, потому что Татьяна Поленичок проведет мастер-классы по живописи, это основатель творческой мастерской «Арт-знак», и каждый желающий может попробовать себя еще в роли живописца. То есть вот такой комплексный подход, когда человек не только может сходить на концерт, но еще и как бы творчески самореализоваться, получить что-то интересное, плюс в информационном центре развернется, это тоже мы впервые выходим на, так сказать, на эту, так сказать, линию общения с публикой для удобства, для комфорта. Наш новый партнер – это «Жизнь Март», вкусная и здоровая еда, можно будет перекусить, согреться. И все это на площадке информационного центра, который за полтора часа до концерта уже будет переоборудоваться в зону прохода зрителей, которых, я еще раз повторю, 1600 только в саду Вайнера. Наш партнер Музей истории Екатеринбурга специально разработал несколько экскурсий по историческому центру города и тоже по цене 200 рублей при определении билета на фестиваль. Можно будет по расписанию, вся информация у нас на сайте и о работе информационного центра, и об экскурсиях, просто прогуляться по нашему городу, посмотреть на исторические здания, узнать историю. Тем более, что мы знаем, что едут организованные группы слушателей из Перми, из Тюмени, из Челябинска, из Кургана, из Казани в этот раз. Это то, что новое. Из Москвы люди прилетают, потому что такая возможность в течение 3 дней в таком прессованном формате за такую цену получить такой микс, да, не только удовольствия, но знаний, впечатлений, эмоций, потому что главное в этом фестивале для нас это эмоциональный заряд, который люди уносят с концертов. Вот. И мы надеемся, что все состоится на высоком уровне и у нас, и в Первоуральске, который уже не первый год проводит свой безумный день, это инновационный центр Первоуральска, тоже наши партнеры. Вот. И надеемся, что погода действительно все-таки выглядит солнце, скажет нам, да, мы подготовились вообще-то к жаре, и у нас от Вайнера весь должен был вот так вот обмахиваться от жары вот этими веерами, вот, но будем надеяться, что так и будет. Вы знаете, вообще этот фестиваль, в котором свыше 500 участников, 7 оркестров, 12 дирижеров, 9 ансамблей, причем 15 ансамблей создаются прямо из музыкантов в дни фестиваля, которые здесь собираются, объединяются и делают программу, 2 хоровых коллектива, около 20 солистов, да, это, во-первых, огромное содружество музыкантов, но это еще соединение различных стилей, жанров и направлений. И если сравнивать это, вот этот музыкальный коктейль с тем, что могло бы получиться у нашего партнера, то мы бы задали вот такие параметры, исходя из программы фестиваля. В этом коктейле он должен быть романтичным, как музыка Шопена, он должен быть вдохновенным и порывистым, как музыка Шумана, он должен быть торжественным, ярким, как свадебный марш Мендельсона, который будет звучать 1 числа в саду Вайнера. Он должен навевать аромат путешествий, как годы странствий, фортепианный цикл Листа. Он должен быть страстным, как музыка фламенко, он должен быть загадочным, как музыка эпохи Возрождения. В нем должно быть много ингредиентов, как музыкантов симфонического оркестра, и он, конечно, должен представлять из себя удивительный микс мелодий, стилей, жанров, музыкальных направлений, такой миксовый, летний, освежающий коктейль.
и чтобы он ассоциировался с самой атмосферой безумных дней. Рустам Талгатович, высокую планку вы задали коктейлю. Евгения, пожалуйста, да, вам слово об организации фудкорта, и давайте все-таки продемонстрируем сам коктейль, из чего он будет состоять. Пожалуйста. Я в первую очередь хотела сказать слова благодарности руководству филармонии, руководству нашего города за то, что вы придумываете, устраиваете такие мероприятия, так развиваете город. Я сама являюсь постоянным посетителем филармонии. Для меня очень приятно, что вы выбрали, для нас большая честь, что нашу компанию «Жизьмарт» выбрали в партнеры. Мы очень постараемся соответствовать заданной планке. Конечно, наш коктейль, он будет в первую очередь полезный, вкусный и освежающий, потому что вот очень много говорили о том, что мы прошли ковидные ограничения наконец-то, и, соответственно, надо поддержать свое здоровье, надо, чтобы много было витаминов, поэтому наш коктейль будет состоять из, сейчас я его постараюсь приготовить, это будет детокс, это смузи, и состоит он из киви, груши, петрушки и банана. Прекрасное сочетание. Пока Евгения... 4 композитора, 4 фрукта овощи. Да, по-моему, отлично можно, да, показать, как Евгения потрясающе это все мешает. И, конечно, это должно быть красиво. Сейчас мы украсим. Так. Вот. Так. Передаем знак. И трубочка. Одна? Одна. Мы всегда делимся с друзьями. Спасибо большое. Евгений, спасибо большое. Да, замечательный коктейль. Рустам Талгатович, очень подробно вы рассказали о программе, что вопросов от журналистов буквально два. Да, конечно, конечно. Если есть дополнение, давайте, да, напомним. Красиво стоит. Летние цвета. Летние цвета. Розовый, желтый. Тут смесь вообще цвет киви. Это замечательно. Вы знаете, открытие тоже пройдет в информационном центре. В первую очередь мы приглашаем наших коллег из средств массовой информации. Мы хотим показать нашу готовность к фестивалю, показать основную площадку, как будет устроен информационный центр. Вот, это произойдет 1 июля в 13 часов. Помимо выступления официальных лиц и вообще вот этой общей красивой картинки нашего летнего, так сказать, пленэра, летнего сада, мы пригласим участников фестиваля впервые в нашем городе трио гобоев и английского рожка, там ребята меняются, Шепард трио из Москвы, исполнят классические композиции Фредерика Шопена, а затем наш известный диджей Вайт, Павел Широковский, замиксует это сразу же здесь импровизационно, в современных ритмах, в современном стиле, и вот с этой музыкальной точки наш фестиваль начнется, потому что с 13 и дальше 13.15, 13.30, 13.45 с перерывом 15 минут станут начинаться концерты на всех 8 площадках. И тут же пресса сможет в 14 часов уже остаться на первый воркшоп. Это будет как раз скрипка. Вот, то есть информационный центр таким образом начнет работу, и вся наша фестивальная вот эта вот жизнь трехдневная, она, надеюсь, покатится по нашему сценарию. Большое спасибо. Буквально два вопроса от коллег есть. Рустам Талгатович, вы уже сказали об участниках. Коллеги все-таки просят остановиться на том, кто будет хедлайнером, какие известные музыканты, коллективы, дирижеры выступят на фестивале, какова, собственно, география участников. Можем мы как-то так... Микрофончик. Пожалуйста. Географию я упомянул, в этом году мы ограничены пределами России, вот, что, в общем, никак не сказалось на качестве и на уровне программ. Да, были годы, когда мы принимали до 50 зарубежных музыкантов, и даже в прошлом году у нас было 9 музыкантов из России и Японии. Кстати говоря, на фестивале будет японка Хироко Инуэ, вот эти три органные программы она представит, причем на органе тоже и Шопен, и Шуберт будет звучать, и Бах, естественно. Причем она приедет с музыкантом Павлом Ио, который тоже представляет Россию и Японию, на старинном японском инструменте сякухати. Это такая старинная флейта. Вот. Еще раз повторю, это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск. Вот в этот раз.
Теперь, что касается хедлайнеров, это не фестиваль звезд, мы его сразу так позиционируем, это больше фестиваль открытия новых имен, вот, и тех исполнителей, которых наша публика знает. Ну, во-первых, это наши звезды, Уральский филармонический, Уральский молодежный оркестр, Уральский оркестр русских народных инструментов, муниципальный бах-оркестр, хор Доместик, симфонический хор Свердловской филармонии, военный оркестр Центрального военного округа, военный духовой оркестр, билеты на которые тоже давно разошлись, они традиционно участвуют в концертах фестиваля. Это замечательные солисты, кстати говоря, около 40% программ фестиваля финансируются при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в сотрудничестве с Московской филармонией. Это такие известные в мире классической музыки исполнители, как Екатерина Мечетина, Дмитрий Прокофьев, Рем Урасин, победитель конкурса Шопена и сам внешне очень похожий на Шопена, кстати говоря. Это Юрий Фаворин, это упомянутое мной трио Гобоев Шепард Трио, это компромисс-квартет и их интереснейшая программа «Пляж на Лебедином озере». Вот он микс, вот оно соединение, кроссовер, когда музыка, вот этот музыкальный перекресток, где и классика, и джаз, и этно, все соединяется в одном, так сказать, порыве. Впервые хореографический жанр представлен, известный в городе коллектив «Танцтеатр» представит программу «Шопен Карт-Бланш». Это тоже сразу за два дня, так сказать, билеты все разлетелись. Два струнных квартета, квартет имени Давида Ойстерха и квартет имени Валентина Берлинского. Российский квартет саксофонистов, например. То есть все жанры, кроме скучного. Наши исполнители, русская музыкальная группа «Аюшка», Мисковский квартет Свердловской филармонии и масса замечательных солистов, дирижеров, исполнителей. То есть программа поставлена, составлена таким образом, что, в общем-то, ни один концерт не должен оставить слушателя равнодушным. Вот, скажем, Екатерина Александровна Сибирцева, заместитель главы города, придя в филармонию на встречу по открытой филармонии, сразу приобрела 30 билетов для себя и своей семьи. И причем мы вместе смотрели маршруты, потому что, чтобы обязательно был симфонический оркестр, чтобы обязательно сольная программа Шопена. Этно-шоу очень интересно, орган, на который практически билеты тоже разошлись в первые же дни. Вот. Обязательно камерный ансамбль. Вы знаете, вот камерная музыка, она в сезонах у нас встречается редко. И для нас это тоже отдушина, что трио, квартеты, квинтеты, дуэты различных сочетаний, струнных, духовых инструментов, с вокалом есть камерные вечера, редко звучащий цикл, например, Шумана «Любовь и жизнь женщины» будет звучать у нас, он редко исполняется. То есть программа и для меломанов, и для любителей, и для родителей с детьми. И мы всегда говорим, приходите с друзьями, приходите с коллегами по работе в пятницу, но отпустите начальники людей пораньше с работы. Мы в час начинаем, приходите офисами, такое тоже бывает, когда люди буквально в обеденный перерыв прибегают на 45-минутный концерт и дальше побежали трудиться. Приходите с родственниками, приходите с соседями, либо приходите в одиночку, чтобы просто возвыситься и прикоснуться к миру классической музыки. Благодарю. Наверное, последний вопрос на нашей пресс-конференции из редакции «Культура Урал». Уточняют, будет ли вестись трансляция концерта закрытия, как в прошлые годы. Вы знаете, это еще один из факторов доступности. Мы говорили о цене, мы говорили о формате концертов, мы говорили о многообразии жанров. Традиция фестиваля – это трансляция заключительного гала-концерта, где все основные участники, где Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса на сцене. Концерт этот будет не 45-минутный, он где-то будет идти полтора часа. Это 3 июля, Сатвайнеров, 20 часов 15 минут. Прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте и на портале «Культура РФ», и, естественно, на портале «Культура Урала», потому что в первую очередь уже есть традиция, чтобы заключительный гала-концерт смогли в режиме онлайн посмотреть, послушать слушатели филармонических собраний имени залов виртуального концертного зала Свердловской области, а их на сегодняшний день 110. Это в первую очередь. Во-вторых, федеральные журналисты, у нас, кстати говоря, приезжают «Радио Россия», «Радио Культура», «Музыкальная жизнь», приезжает «Российская газета», будет материал, помимо местных СМИ, приезжает на все дни фестиваля «Радио Орфей», которая вообще заинтересована в большом сотрудничестве с нами. Вот. И от них, от первых, пришел запрос, а публика России сможет ли приобщиться к такому грандиозному событию в Екатеринбурге, тем более, что на федеральном уровне все международные фестивали, большинство
в этом году, в общем, по известным причинам отменяются или заменяются. Вот. Поэтому мы решили такую трансляцию сделать, будем снимать с трех камер музыкантов, публику, и таким образом расширим границы нашего фестиваля. Благодарю, вопросов от СМИ больше нет, уважаемый спикер. Есть ли какие-то дополнения, уточнения, о чем мне сказали, хочется еще дополнить? Такой информации, Илья Николаевич, может быть, коротко еще пригласим? Предложение Коркомитету в следующем году в программу инфоцентра включить лекцию Рустема Талгатовича Хасанова об организации проведения фестиваля «Безумные дни». Поддерживаем, поддерживаем решение, да. Вопросов от СМИ нет, потому что полную информацию, я думаю, что мы передали. Хочу поблагодарить вас за исчерпывающую информацию. Спасибо большое, что сегодня были с нами на площадке в ТАСС. Коллеги, благодарю вас за интерес к теме, за ваши вопросы, и эту пресс-конференцию мы завершаем.